Добрый день, дорогие подписчики. Сегодня у нас в обзоре суперсуп Том-Ям. Мне вообще нравится, как вот наши фирмы экспериментируют с Кобо, с Том-Ямом. Ну, честно сказать, не очень-то у них получается. Так, вскрываем наш стакан. Ну, тут как кот наплакал. Но мы не забываем, это же суп, блядь, да? Так, заливаем. До отметочки, тут все написано, все понятно. Ждем там сколько-то минут. Хотя лимонграссом пахнет. Это уже хороший знак для суперсупа. Итак, ребята, сварился наш том-ямчик. Кстати, хочу сразу обратить внимание, здесь же была крышка, да? Обычно в суперсупах здесь хранятся сухари. Вот похуй какой вкус, сухарики. Хуй ночевал, нету здесь. Наёбка. Уже не доложили. А цена у него такая же, как у всех. Ну, что могу сказать. Слегка острый. Хорошая попытка сделать том-ям, но нет, ребят. Ну, как говном назвать я это не могу. Но после, допустим, той же гауду, которая в фикс-прайсе продается, ну, блядь, он, конечно, сильно уступает. И, ну, как вам сказать, на любителя. В принципе, купить можно, попробовать. Здесь много воды, лапша уже поломанная, ее здесь мало. Ну, суп, понятное дело. Ни сухарей, ничего нет. Ну, такое разнообразие от курицы, от говядины, да, есть. Так что, ну, как-то так. Так что, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Хавайте нормальный том-ям. До скорых встреч.